Для Евгения Фомина волейбол не только спорт, но и целая наука. Тренер-инструктор Международной федерации волейбола, кандидат педагогических наук, за 2 десятилетия работы в главном спортивном институте страны Евгений Васильевич заслужил авторитет одного из самых профессиональных преподавателей. Сегодня мужчина готов поделиться своим опытом с тренерами, приехавшими на мастер-класс. Кстати, подобные семинары ветерану федерации волейбола приходится проводить не впервой. В настоящее время Всероссийская федерация волейбола очень большое внимание уделяет именно подготовке юных волейболистов, потому что оттуда идет все вверх. В клубные команды, в сборные команды и молодежные, в сборные команды взрослые. Все начинается здесь, с детей. Поэтому мы приняли такое решение ездить и проводить такие семинары. Я думаю, что это поможет для развития нашего российского волейбола, в том числе и волейбола в Башке. Нефтекамский подобный мастер-класс проходит впервые. Сегодня здесь собрались около 50 тренеров спортивных школ. Это представители разных городов нашей республики, а также ближайших регионов страны. Для каждого из них это ценная возможность перенять опыт тех, кто стал в тренерском деле одними из лучших. Это открытие для нас, потому что подобных курсов у меня, например, до сих пор не было. И в Тольятти, в Самарской области мы такие курсы не проходили, не проводилось. Они больше имеют профессиональную именно направленность, то, что нам необходимо для воспитания малышей. Теперь я вижу, что много было ошибок сделано. Надеюсь, их исправить в ближайшее время. И рассчитываю, конечно, еще на посещение подобных курсов как можно больше. Совместно с Евгением Фоминым семинар сегодня проводил и заслуженный тренер России Александр Кариков, который обучил юных спортсменов команды «Олимп» новым приемам и рассказал о некоторых особенностях игры. Так что мастер-класс был полезен и для самих волейболисток, считает председатель Федерации волейбола республики Марат Муртазин. У них стимул появится расти дальше, потому что бывает на одном уровне они встают и дальше как бы не видят. А здесь приехал старший тренер, приехал консультант сборной России по мужчинам, Фомин. И я уже знаю, что Кариков видит двух девочек и собирается пригласить на сборы, сборной по девушкам в ближайшее время. Так что это очень знаково. Мастер-класс продлился более 2 часов. А прямо после него в Доме физкультуры состоялось открытие всероссийского турнира по волейболу на Кубок главы администрации города. Игры пройдут среди команд 2003-2004 года рождения. Закончится турнир 5 апреля. Елена Иркеева, Ильшат Исламов. Время новостей.